Не подводите пока что итога, самая светлая наша дорога все еще впереди, все еще впереди. Летят и лёт мне птицы, бассейн дали голубой. Ребята, не жар, я страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобой, родная моя сторона. Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна. Не нужен мне берег турецкий, чужая земля не нужна. Пандемия 2020 года внесла свои коррективы в наш традиционный ежегодный отдых за границей. И мы с мужем провели свой отпуск на земле моих предков в деревне Анновки Рязанской области Кораблинского района. Мы паломничали по святым местам, совершали экскурсии в соседние деревни, питались экологически чистыми натуральными продуктами. Умеренный физический труд тоже не повредил нашему отдыху. А самое главное, мы общались с дорогими, родными и близкими людьми, с нашими односельчанами и родственниками. Месяц свои блестки по лугам рассыпал. Стройные березки, что-то шепчут липам. Стройные березки, что-то шепчут липам. Травы не успели от росы серебряной согнуться. Такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Травы не успели от росы серебряной согнуться, и такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна. Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.